жители одной планеты. Мы соседи. Мы коллеги. Единомышленники. Друзья. Мы братья. Мы движем прогресс вместе, и у нас одно будущее. Наша дружба и сотрудничество возможны благодаря процессу глобализации. Глобализация – это процесс всемирной интеграции и унификации, который связует все мировые цивилизации воедино. Глобализация активно трансформирует мир и охватывает все сферы человеческой жизни – экономику, право, политику, культуру, язык, образование, духовно-нравственное развитие. Следствием глобализации является то, что мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится более взаимосвязанным. Новейшие электронные средства коммуникации стирают пространственные барьеры. Единая рыночная экономика делает мир цельным, живым организмом. Ключевую роль в процессе глобализации играет молодежь, ведь именно подрастающее поколение наследует плоды трудов предыдущего и приумножает их. Поэтому так важно приобщить молодежь всего мира к законам объединенной, общной цивилизации, в которой о твоих достижениях услышит весь мир, в которой письма приходят за секунду, а голоса родных людей находятся на расстоянии одной кнопки, в которой тебя поймут в любой точке земного шара. На данный момент существует множество международных молодежных объединений, такие как ISIC, Enactus, Youth for Understanding. В нашей стране активно работает и приносит неоценимую помощь обществу и каждому студенту в отдельности международная стипендия «Болашак». 21 век. Это век информации и глобализации. Он открывает невероятные возможности для молодежи. Сегодня весь мир у твоих ног.